Привет, мои прекрасные друзья. Для кого у нас бассейн? Ах, жалко, не увидели, как она купалась. Не успела. Так хотела с вами поделиться. Она тут каждый вечер. Ну ладно, может быть, в следующий раз. Полетела на море. Нет, еще не на море. Еще у нас. Так, вечер томный. Какие у нас красоты нынче. Ну, где же наша чайка? Домашняя чайка. Ей нравится у нас. Ну все, пока-пока, мои прекрасные друзья.